Неделя звезд хоккея 2019 года. Соглашение о его проведении в республике сегодня в Доме правительства подписали президент Рустам Миниханов и глава континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко. Также Татарстан получил сертификат, подтверждающий право республики на проведение этого шоу. Министр культуры Татарстана Айрат Сибгатуллин сегодня ушел в отставку. Президент Рустам Миниханов наградил его медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Айрат Сибгатуллин возглавлял Минкульт с 2011 года. Больше 300 молодых экологов со всей республики открыли третий экологический форум. Два дня участники будут посещать тематические площадки, посвященные сохранению окружающей среды. На форуме начинающие экологи представят свои наработки по охране природы.